такая вязкая игра. Если в двух словах, то допустили ошибки, нас за них наказали, мы проиграли игру. Поэтому без особо даже... Все очевидно. Не слишком удачное начало со стороны нашей команды было. Перебросал соперник нас. Чего не хватало на старте матча? Да, чего не хватало? На самом деле сейчас тяжело сказать после игры, прям сразу после там, 10 минут после того, как игра закончилась. Надо посмотреть, проанализировать игру завтра, тренера там скажет. Пока тяжело сказать на самом деле, чего не хватило. Что на старте, что вообще по ходу всей игры. Автомобилист – лидер конференции. В связи с этим был ли какой-то особенный настрой? Как-то в раздевалке обсуждали? Да, понимаете, у нас последние игры такие, ну, мягко говоря, не очень удачные. Там, если там не брать Минск, да, там Сибирь. Да, паузы там были такие, слабые игры. Поэтому у нас сейчас что лидер, что там... клуб, который борется за восьмерку, что там аутсайдер, у нас не нужен там какой-то особый настрой, у нас мы у самих как бы полно мотивации на каждую игру. Два матча впереди, то есть болельщикам нужно верить и надеяться? Ну а как иначе, ну мы верим, надеемся, работаем, конечно, как бы... Болеть, что болельщикам? Болеть, как мы стараемся, то есть мы не опускаем руки, мы там ничего там, там не выходим спустя рукава, там не смотрим там по сторонам, мы как бы знаем наши проблемы, мы над ними работаем, и у нас как бы есть цель, которую мы преследуем, поэтому что болельщикам, конечно, не за них решать, но, конечно, хотелось бы, чтобы они нас поддерживали.